Link on my English channel in the description. Please check and subscribe. Thank you. Здравствуйте. Да, добрый. Сегодня я буду вашим парикмахером. Меня зовут Олеся. Очень приятно. Вы к нам первый раз, да, пришли? Хорошо. Администратор меня предупредила, что вы хотели бы подстричь челку сегодня и выпрямить ваши волосы. Планы не поменялись у вас? Да? Хорошо. Сейчас я тогда одену свой фартук, да, свою рабочую одежду. Одну минуту, пожалуйста. И мы с вами начнем. Знаете, администратор еще мне сказала, что вы хотели бы спокойного парикмахера. Да? Было дело, пострадали от суеты. Ну, просто интересно и вообще хотелось бы, чтобы вам не понравилось. Да? Конечно, конечно, я вас понимаю. Ваш чай. Спасибо большое. Сейчас. Спасибо. Да. Я оставлю вам здесь. Угощайтесь, пожалуйста. Так. Ну, конечно, хочется получить удовольствие от практики. Сейчас я одену на вас накидочку. В жизни это хватает, да? Тут приходишь к парикмахеру за красотой, да? Ну и так, чтобы отдохнуть. Просто сейчас так закурим. И еще от него получаешь цвету. Да. Не стеснила никак. Хорошо. Ну что, пойдемте мыть головушку. Вы помыли? Так, сейчас посмотрим, как помыли. То есть вот буквально сейчас, да? Ну да, головку чистая. Тогда просто воспользуемся спреем, да? Я обильно поспрею вам челочку. И вот тут тоже волосы, потому что они уже начали принимать свою форму. Обычную. Хорошо. Так. Сейчас беру спрей.
Сейчас мы будем причесываться. Да, сейчас я хорошо расчешу. Сначала массажной расчесочкой, а потом такую поменьше возьму. Так. Послушные, да, наверное. Хорошо. Такие они мягенькие. Приятные, очень на ощупь. Наверное, очень хорошо ухаживаете за ними. Сейчас я выделю пчелочку. У вас какие-то пожелания вот к длине чулочки есть? Ага. Хорошо. Так. Ну, примерно. Так, будет хорошо, что мне очень. Сейчас беру ножницы. Такой маленький. Специально для чулочки. Так.
общем-то, и все. Тёлочка наша готова. Да. Теперь нам осталось с вами. Тут осталось нам выпрямить волосики. И все. И красивая прическа на сегодня будет готова. Вы вообще как дома выпрямляете волосы? Самостоятельно. Ну, вообще тяжеловато, да, наверное. Когда столько волос, наверное, тяжеловато, да. Я вам в помощь, да, сегодня. Так. Значит, я сейчас верхушечку вот так соберу наверх резиночкой и с нижней частью начну работать. Так, резиночку. Так. Сейчас верх выделяем. И с нижней частью я начинаю работать. У меня абсолютно обычный утюжок. Да. Вот такой вот. И сейчас я поставлю подходящую температуру для ваших волос. Мне кажется, такое лицо стало такое аккуратненькое. Да, очень красиво. Так, все, начинаю. Нагрелось у нас все. И аккуратно. Прядку за прядкой.
очень красивыми, да, еще более красивыми. Сейчас только снимаю резиночку. Вам очень идет, мне кажется. Да. Так. Все, включаем. Блестели. Так. Сейчас начнем. Снимаю накидочку. Так. И можете подходить к зеркалу. Спасибо большое.